Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Я знаю, что надо выполнять задание за растение, но поверьте мне, я мозг атаку побить не могу. Потому что у моих растений нет ни одного легендарного растения, которое могло бы противостоять ему. Поэтому сегодня я продолжаю задание за зомби. Мне кажется, здесь еще как-то лояльно я могу проходить, ну, соответственно, зарабатывать гемы. Кстати, накопим скоро 1000, скоро. И купим с вами какую-нибудь колоду, а может быть даже несколько. Штурм замка, первое, кто у нас встречает, это будет Роза. Роза, как мы знаем, превращает зомби в козла. Причем любого может превратить. Так, вот этого заменим. И вот этого. Тогда придется этого менять. Да что ж такое-то, а? Чё у меня там такая рука? А, я, по-моему, ребят, когда на арене дрался, мне пришлось кое-что поменять. Я знаю, что эта Роза хитрая. Я сейчас выставлю какого-нибудь сильного зомби, она превратит его в козла. Поэтому я сделаю вот так вот. Буду хитрее. Ну что ты там? Грибок с прочерком. Окей, как скажешь. Вот я лопух-то, а? Ай, вообще-то не елопух, а он хитер. Он поставил специально на эту точку, как будто знал, что у меня здесь именно сумоист находится. Так, пока мы обменялись ударами. Будет превращать, я больше чем уверен, друзья мои, в козла. Либо-либо. Конечно, если есть у нее такое заклинание. Опа, вот это вот не надо нам. Ты уж извини. Хорош. Развлекаться здесь. Ну что, погнали? Этого уничтожаем. Так, неплохо. У нас с тобой есть медик. Мы можем хильнуться. Как раз 4 единицы здоровья мы восполним. И продолжаем нашу битву. Что будет делать? Так, при нанесении урона получает здоровье. И что там? Козла. Ну, конечно же, ребят, ну... Кого же еще может она превратить? Так, ну, главное, что мы в лицо ей даем. А она по 2 единички отхил делает. Мы можем с тобой сделать эволюцию. А нужно ли нам это? Я могу сделать вот так вот. Он, по крайней мере, у нас будет неуязвим. И мы уничтожим с вами вот эту вот мухоловку. Этого тоже уничтожим, и этого тоже. Поэтому пока нам... Что? Минус один. Блин. Вот это плохо. Значит, получается, только вот этих двух уничтожим. Этот еще поживет. Этот еще поживет. Так, у нее 2 карты, у нас с вами 5. Так что, сам понимаешь, преимущество на нашей стороне. Плюс у меня есть валун. Уничтожает на земле зомби, да? Хорошо. Потратил так потратил. Это твое дело, я тебя сейчас раздавлю. Или мы можем... Нет, мы просто раздавим. Чтобы 2 в лицо нанесли. Правда, сработает защита. Получит карту в руки. Что не есть хорошо. А зачем я это сделал? Ребят, я же все равно был неуязвим. Господи. Я просто так сейчас сфейлил валун, ты прикинь? Мне же зомби этот неуязвим. Теперь он остается без атаки. Плохо. Так, нам выпадает... Мы можем, кстати, эволюцию, но пока мне не на кого ставить. Если он кого-то здесь сильного влепит... Да ты достала уже, а? Сколько можно-то уже? Че, вот так вот сразу уничтожила мне? Пипец. Ладно, пускай радуется. Давай вот так вот сделаем. У нас пока 18 хп. У нас валун появился. И я могу сделать вот таким вот образом. Пропускаем ход. Этого чудика давим валуном. Вот еще бы давали мне за эту карту. Вообще было бы замечательно. И 4 в лицо прописываем этой Розе. 10 хп всего остается. Так, что-то у нас делать? Что у нас амфибия плюс безумие? Меня вполне устраивает. Да ладно, ничего не стало делать. Что ж ты так жиденько-то, а? Розочка.
Так, заморозку и вытягивает карту. Понятно, делает добор своего рода. Так, ну что же. Блин, эволюцию пока не надо делать. Поехали. Ага. Смотри, что делает. Ну, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Заморозила, да, все-таки? Она дает карту, по-моему, да? При использовании вытягивает карту. Этого я позволить не могу. Иди отсюда. Так, тебя мы сместим, наверное, вот сюда. И получает он всего лишь две в лицо, да? Неуязвимость мне дали. Не буду я пока тратить. Поехали. 6 хп, всего лишь 6 хп. Я надеюсь, у нее там имбовая карта никакой не затесалась. Она ведь может чудануть. Заморозка зомби. Кого опять замораживает? Опять его, да? Я тогда сделаю неуязвимость. Поехали. Так, ну этому конец. Еще 2 в лицо. И 4 хп, как мы видим, осталось. Уже заерзала. О, спасибо вам за менеджера этого. Ну, друзья мои, жизнь налаживается. Смотри, заморозить всех не сможешь, ведь однозначно, так ведь? А мы вот так неуязвимо сюда влепим. По-моему, все, песенка спета. Поехали. Да ё-моё, ну вот. Превращает в случайного, ради бога. Тебя это все равно уже не спасет. Получи. И добиваем. А вот так. Но не забывай, что это был первый бой. Кстати, я удивлен, что здесь не было никаких условий. То есть мы дрались по-честному. Ни у кого там хпшки не было прибавлено или еще что-нибудь. Поехали дальше. Мы против зеленой тени. Против зеленой тени. Может быть, нам за кого-нибудь за другого сыграть, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. В принципе, неплохо. Рука ранее есть у нас, так что давай начнем. Спасибо. А вот это плохо, ребята. По-моему, если не ошибаюсь, именно это растение при заморозке будет апаться. Оно же, ну-ка проверим. Да, оно получает плюс-плюс, если будет замораживать. А этот сейчас будет нас заморозка, наверное, пичкать. Мне почему-то так кажется. Ну, естественно. Но не забывай, что я смогу уничтожить этот подсолнух. Пока мог, ребята. Теперь уже не смогу. Теперь уже не смогу. 5-6 она сделала себе. Так, что тогда нам здесь надо делать? Ну, если я, например, даже сделаю вот так и вот так. Опять будет замораживать? Скорее всего. Скорее всего. Так, я понял. Значит, мы с вами апаемся. Угу. Сейчас заморозит. И этот увеличится. 7-8, это плохо. Что там ты вытянул? Какую карту? Я не знаю, ребят. Короче, заморозку нам нужно уничтожить с тобой. Заморозку, заморозку. Ладно, попробуем. Короче, у него еще и бонусную атаку наносит. Блин, надо этого ханурика отсюда убирать. Поехали, ребят. Мы 8 в лицо сейчас получим, ты представляешь? Что-то надо с этим делать. У нас медик появился. У нас с тобой появился медик. Мы можем немножко захиляться. Давай проверим. А это что еще за ханорик такой? Кто? Что он делает? Че? При использовании перемещает зомби. Не надо нам тут никого перемещать. Поехали. Да и ну. 5 урона, да? Кому? По зомби, что ли, бомбанул?
Ладно. С картами большая беда. Оу, призрак мне. Это же призрак, это призрак. Значит, мы с тобой сделаем вот так вот. 7-2. Сейчас посмотрим, что будет делать. Наверное, усилять. А, рикошет. И кого? Слушай, это выгодно. Блин, а вот это невыгодно. А вот это невыгодно. Переместить растение. Знаешь, что мы с тобой сделаем? А что нам с тобой сделать? Я знаю, что этот усилится. Как же нам с тобой сделать-то тут лучше? Твою ж налево. Кажется... Нет, этот заморозит же. И сработает бонус. Тогда вот сюда, наверное, я не знаю, ребят. Вот так вот. Оу, слушай, ну я не могу использовать сейчас карту. Заморозит? Блин, заморозил. 9-4. И еще 5 в лицо. Так, я могу хильнуться. Зачем? Пока не нужно. У него 2 карты. У меня эволюция есть. Ребята, я могу использовать эволюцию. Это получается уничтожение растения. Давай вот этого уберем отсюда. Окей. Посмотрим. Гриб улучшает, да? Так, он все равно попадает в зону риска. Так что, ребята, а вот жалко, что менеджер, конечно, у меня погибнет. Но этого мы уберем. Так. У меня, значит, остается призрак. У него там 2 карты. Менеджер, вау. Давай карту хорошую, хорошую вытягиваем карту. Так, не знаю, что этот маг делает у нас. Но вот этот грибок мы с собой убираем. Так, начало хода. Игрок за растение теряет, так, один подсолнух и получает одну атаку. Так, хиляться я пока не буду. Поехали. У меня карт нету, друзья мои, я вам хочу сказать. Отнимать... Ага, одну энергию выкачивает. Но это другое дело. И что? Так, 1, 3, 6. Блин, не хватит чуть-чуть нам с вами. Ну, привидения лишимся. Опять у него срабатывает защита. И он замораживает... Блин, мага мне. И вытягивает карту еще при этом. А у меня только лишь хилочка. Как видишь, в кармане. Хилочка. Оу, медик. Так, выкачиваем энергию. Спасибо. Ну что, давай за здоровье себе восстановим. У него очень много карт. Очень много карт. Он начинает делать заморозку. Плюс бонусную атаку делает. Но не забывай, что у него нет защиты. То есть он сейчас получит 4 в лицо. И остается у него 3 хп. Ну что? Неуязвимость. Этот качается у меня, паренек. Этот качается. Давай посмотрим, что он сейчас поставит. Ну все тогда. Тогда, ребятушки, все. Раз он ничего не поставил, мы с вами добиваем. Оу, еще и карту вытянули. Пока. Тень, да выделывалась. Окей, мы выиграли. Это был второй бой, да? Еще остается 3 боя впереди. Ох, 3 боя впереди. Ну что, давай посмотрим, ребята, кого можно еще здесь сыграть. Мы с вами давно не играли за Земеха. Давай посмотрим, что у него за карты вообще есть. И стоит ли вообще за него играть. Но, в принципе, карты неплохие. Есть смысл, наверное, подраться именно им. Так, дай-ка я посмотрю теперь, что у нас тут еще есть в запасе. Оу! Солидную карту я только что увидел. И я, знаешь, что сделаю, наверное? Медика. Вот этого, наверное, убрать? Нет. Вот это вот. Хотя он двух подтанцовщиков. Все равно я его уберу.
И поставим с вами вот эту вот штучку. Хе-хей. Мы все прекрасно знаем, что она делает неуязвимость на всех. Так, это у нас баф. Это уничтожение растений. Два или ниже по атаке. Так, валун. Зомби, который получает 1-4-1 на первом ходу. Псих с газетой. У меня очень много слабых таких зомби. Ладно, давай рискнем. Замех так замех. Выбрать. Ну, если я проиграю, я пойду обратно на разгрома. Давненько я, кстати, не играл за замеха. И у нас тут ничего хорошего. У нас роза опять же. Поехали. Сейчас будет, как всегда, превращать в козла. Нет, у нее есть минус 2, минус 2. Вот так она справилась с моим зомби. Так, если я не ошибаюсь, псих с газетой у нас получает... А, при получении урона получает плюс 4. Слушай-ка, ну это неплохо. Блин. Ну куда ты поставила? Вот ставила бы сюда, на этот ряд. Нет, куда-то вот... В другую сторону влепила. Мы можем, кстати, понизить здоровье. Мы можем уничтожить, кстати, с тобой вообще вот этот цветочек, если не прапает. Ой-ой-ой. А ну-ка давай. Так, а это у нас 3 единицы растению. Окей. Так, у меня с картами, конечно, напряженочка пошла. Оу, спасибо. Так, все вытянутые вами карты получают плюс 1, плюс 1. Вот это хорошо. Так, неуязвимость. Блин, уничтожает зомби на земле. Ты посмотри, что делает, а? Ну да выделываются, а? Ну да выделываются, я тебе говорю. Мы пока вровень идем. Нет, у меня все-таки хп поменьше. Оу. Так, теперь я буду выставлять вот этого паренька. Поехали, посмотрим. Ну что ты призадумалась, Роза? Превращать будешь, да? Нет? Решила подхиляться. И заморозку делает. Вытягивает карту, естественно. Нет? Ладно, решила просто захиляться. А у нас с тобой зомби получает плюс 5. К чему? К ХП. Я, наверное, придержу эту картишку. А, подожди-ка. А, ну да, у меня же этот зомби стоит. Соответственно, они качаются у меня в руке. Давай вот так вот с тобой поставим. Заморозка. Кого будет? Вот этого замораживать, нет? Да, именно его. Как мне вот этого шитика-то догнать? Пока никак. Поехали. Ты не забывай, что... Что превращает... А, в случайного. Блин, все, наш баф закончился. Получили какого-то хламона. Так, ответочку мы не можем дать, да? Потому что он у нас был замороженным. Ха-ха-ха-ха. Но зато мы можем с тобой... Подожди-ка. Вот так вот, наверное, я лучше сделаю. Минус 2 энергии, получается 5. На 5 энергии особо-то не разгуляешься, согласись. Минус один. Ох, сейчас мы получим. Значит, мы получили урон. Мы должны. Странно, почему-то у нас не сработало с вами увеличение ХП. Точнее, атаки даже. Так. 15 ХП мы оставили этой Розе. О, у нас баф выпал. И вот так вот я делаю. Ух, неуязвимость. Ну, да ладно. Шикарненько. И еще я пробафаюсь. Погнали, друзья мои. На, получи. И еще пятерочку в лицо. Ну что, взгрустнулась тебе, Розочка? Я смотрю, да? Так, а это у нас что? Неплохо.
эволюция, прикинь, наносит 2 единицы урона всем растениям. Ну, я, конечно, понимаю, что он сейчас... Что он сейчас делает? Давай неуязвимость повесим. Он сейчас получит защиту. И карту, соответственно. В козла. Твою же налево. Но в любом случае это не спасает ее. Мы ее добьем. Вот этот вот мой маленький зомбик добьет ее. Да. Ух, слушай, классно. Зэмех победил. Отлично. У нас еще и бонус сработал. Ух. 10 гемчиков получили. Так, 50 энергии. Отлично. Так, друзья мои, у нас, по-моему, с вами последний бой. А, нет, не последний, предпоследний. А почему опять роза? Ну-ка, давай посмотрим. А, нет. Капитан Огонек у нас здесь. Капитан Огонек. Так, ну здесь вот менять надо это все. Ну, хорош. Дайте раннюю-то игру мне. Окей. 1, 2 и 5. 1, 2 и 5. Поехали. У него что там? Обычно эти орехи, да? Он на орехах, по-моему, играет в основном. А, нет, горохострелы через пеньки. Вот так у него. Ладно. Ударил, да, все-таки, значит? А если я... При появлении наносит 1 единицу урона. При появлении надгробия, да? Ой-ой-ой-ой-ой, усиление пошло. Так, а это у нас что? Это у нас наносит 3 единицы урона. Ну, короче, вы поняли, да? Чё? А, подожди-ка, я могу... Давай-давай-давай-давай. Чего? Почему не сработал фокус? Я не туда стрельнул, что ли, получается? Так, зомби-инкубатор. Плюс 1-1, да? Если поблизости есть зомби. Но я их поставил рядышком. А стоит ли нам бафать? Пока воздержусь. Он какую-то комбинацию затеял. Друзья мои, я чувствую просто-напросто. Копит карты. А вот какую комбинацию, вот этого я уже не знаю. А ну проверим. Че, он глюкнул, что ли? Парень-то этот. Че-то замутил. Или он действительно глюканул? Да я не верю своим глазам, ребят, чтобы такое произошло. На! Ай-яй-яй. Сейчас. Да, ты смотри, что делать. Но это ему... А, нет, спасет, ребят. У него, смотри, защита сработает. И все. А этот-то тебя добьет. Ну и что? Ну, он уничтожил. А этот-то парень, ты про него-то забыл? Найс. Блин, ну как же мне охота за растения поиграть? Но, понимаешь, дело в том, что нет там нормальных путевых карт. Если у зомби есть, то там нету. Ну что, у нас теперь роза. Это уже босс. Сейчас будут определенные условия. Надо, наверное, было мне брать разгрома. Давай посмотрим, что здесь будут у нас за условия. Так, хорошо. Ой. Так, я лучше, наверное, пока никого менять не буду больше. Внимание. Так, на старт побей босса. В прогнозе погоды говорится, что роза получит 2 единицы солнца и потеряет 2 карты, а также пройдет ливень из козлов. Что творится-то? Это мне дали тонкий намек, да? Готовься, что будет что-то очень серьезное. Так, ну с картами, да, я вижу, у нее там проблемы, но с энергией у нее все хорошо. Так, давай проверим. Будет усилять, что ли? Нет? Нет, не будет. Так, наш зомби станет посильнее. Потому что газету забрали. Давай вот так, наверное, сделаю. Добор карты сделаем с тобой. Отлично. Неплохая, кстати, карта. 5-5. Плюс броня. А он превращает в козла. Ну, зато потратила эту магию.
И это хорошо. Этот стебелек мы с тобой уничтожим. В любом случае. Я даже знаю как. Я уже, в принципе, все подгадал. Мы можем с тобой сделать... Поставить, например, зомби в броне. Он же у нас неуязвимость получает на этом ходу. Так. Смотри, что делает, а? А зомби получает к атаке. Мне пока не нужна атака. Все. Распласталась. Ну-ка. Вызываем. За каждую вытянутую карту у нас баф получается. Давай так сделаем. 5-3. Получи. Не может быть, чтобы Роза так легко сдалась. Ну не может этого быть. Поехали. Отнимем у нее две энергии. Получается сколько? 6. Ну-ка, что она будет делать? Заморозка зомби. Ну конечно, конечно, заморозка. Тебе это поможет? Я сомневаюсь. Срабатывает защита. -2, -2. Ай-яй-яй. Но не уничтожает, по крайней мере. Значит, баф все-таки у нас будет еще дальше работать. Угу. Так, а мы можем с тобой вот так вот замутить. 7-7. Чего-чего-чего уничтожает зомби? Если он наносит атаку цветку? Нифига себе. Прикинь, действительно уничтожает. Не хватило чуть-чуть, чтобы добить. А вот теперь, я думаю, все. Теперь хана. Так, я выставляю, наверное, сюда вот это. Нет, давай неуязвимость. А, это броня. Ну, шансов нету. Тут как ни крути, ребят, ничего не получится у этой розы. Хоть он тут... Да ладно. А вот этого-то забыла? Так, давай вот так сделаем. Все, ребят. Этого, конечно, мы с тобой потеряем, зомбаря. Вот это я не понимаю. Она делает удар, потом шип выставляет. Зачем, если она может сразу уничтожить? Короче, друзья, мы с вами победили эту розу, причем за мехом. Колода чем-то была приблизительно похожа, конечно, на колоду разгрома. Но все-таки атака взрывных картов. То есть, я думаю, в следующий раз у нас будет босс Бабах. И мы, естественно, попробуем его наказать. Ну, а на этом, пожалуй, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!